И доброго времени суток, вы на просторах канала Ичи Геймс, с вами вновь Антон, или же просто Ичи. На экранах у нас игра Шини Гейм, и данное видео я хочу сделать а, своего рода небольшим гайдом по такой функции в игре, как а, гильдии. Собственно, рассказать для чего они нужны, что из себя представляет, и что эта штука дает. Итак, в общем-то, вот значок гильдии, так, Ичиру, скройся, вот собственно, вот и значок гильдии, появляется данная функция у вас э, по достижению вашим главным персонажем 26 уровня. Вот. Э, до этого вы, естественно, выбираете себе одну из трех сторон. Это Шинигами, Аранкары или же Куинси. Uh, в общем-то, сразу совет на будущее, если хотите идти в топовую гильдию и уже есть какие-то, собственно, топ игроки там и тому подобное, и, соответственно, топ гильдии, то ориентируйтесь, собственно, на них и вступайте в тот союз, но учтите, что если вы будете слишком слабы, то в топовую гильдию вас не возьмут. Однако, лучше всего, особенно на открытии сервера, идти в лидирующие, как бы, кланы, назовем их так, все-таки привычнее слово клан мне, а не гильдия. Так что не суть. Так вот, нужно в общем 26 уровень и состоять в одном из трех союзов. После чего вы, собственно, нажимаете на эту кнопочку, но вначале у вас будет не такое окошко, а нечто вроде такого. Здесь, соответственно, будет кнопочка «Подать заявку», там еще что-то в таком ключе. Либо же где-то тут еще будет кнопка, собственно, создать самому гильдию. Тут, естественно, два варианта. Вы можете либо подавать заявку в уже существующую и надеяться, что вас в нее примут и, собственно, вступить. В гильдию вашего союза, естественно, потому что Шенигами не может вступить в гильдию Квинсии, Каранкаром, ну и наоборот, в общем, все это, естественно, сохраняется. Так вот, либо можете, потратив 100 тысяч серебра, создать собственную гильдию. Слишком много слова гильдия, надо иногда, наверное, использовать клан. Ну да не суть, это руководство, как ты гильдию не зови, но гильдия она останется, неважно. Так вот, либо создать свою. После этого у вас уже будет вот такое окошко, собственно, которое у меня сейчас изначально на экране. Штаб. Значит, первостепенно, что здесь можно сделать? Когда мы нажимаем вот здесь на кнопочку уровень, если вы глава гильдии, то как бы вам будет показано, сколько нужно еще взноса очков до получения следующего уровня э, гильдии, до ее развития, ну либо же нет. Uh, здесь, соответственно, для ивентов уже, в которых идут бонусы от гильдии. И да, кстати, в битве гильдии, ивент, который проходит в 19.30 по МСК, но регистрация открывается в 19.00 по МСК uh, в московскому времени. Да, зачем пояснять? Ну, хотя мало ли кто-то не знает. Так вот... Uh, собственно, на нее, если вы не состоите в гильдии, вы не попадете. А на битву гильдии я советую всем ходить. Потому что там, даже просто за участие, даже не за uh, занятие какой-то лидирующей позиции, да, вы получите 20 купонов награду. Купоны это альтернативная золоту валюта. Собственно, не везде она заменяет донат, то бишь, денежку за реальные вложения в игру, но много где и замещает. В общем, нужная вещь, поэтому на битву Гильдиса обязательно ходите, равно как и на атаку Река, которая идет в... Ой, не атака Рёка, атака Рёка это дневной босс. В общем, там потом еще идет битва с карателями, народ ее так называет, в 20.15 15 по МСК. Там, кстати, тоже, собственно, купончики можно получить по крайней мере, в награду гарантированно, ну и прочие плюшки, но об этом как-нибудь потом. Пока кратко вот еще помимо этого гайда небольшой советик. Ну, в общем, чтобы находить на битву гильдии, нужно встать в гильдии, чтобы защиту все и ивент, который проходит в 22.15, по-моему, по МСК. Вот на него тоже нужно участие в гильдии, соответственно, здесь уровень глава повышает, чтобы какие-то бонусные хп там или еще что-то. Вот, но я это дело не качаю, это до меня прошлой главы качали. Я не качаю по той причине вот эти штуки. Поскольку моя гильдия в любом случае не лидирующая на сервере. Я с Эритей не смогу захватить никак. Поэтому смысла не вижу. А на битве гильдии и так бонус вы получаю, что еще нужно. Как бы опять же. Ключевое, советую всем качать именно штаб гильдии. Тут два варианта. Либо вот здесь слева кнопочку можно нажимать. А, вот так вот. Нажимаете серебро, а, зажимаете какую-нибудь клавишу на клавиатуре цифровую, вам в любом случае ведется здесь максимальное количество, сколько можно в день внести, и вносите вклад. Делайте это обязательно, делайте это каждый день. Там еще три раза можно вот так вот одинарно кинуть, 3000 серебра вкинуть а, после того, как левелап получили. Собственно, за вот этот взнос вы получаете, во-первых, а, вот здесь фонд гильдии будет повышаться. Собственно, это то, за что вы в том числе, например, уровень гильдии можете повысить. А также ваш личный а, вклад повышается. Вклад, в свою очередь, вы вот здесь вот, кнопка гильдии вклад, вот здесь можно, собственно, тратить. А, очки вклада нужны для того, чтобы поднимать пассивную прибавку к характеристикам. Uh, максимальный уровень прибавок вот этих, да, uh, ограничен как раз таки уровнем вашей гильдии. Так что все это, в общем, соотносится. Чем выше левел ги, тем выше, соответственно, пассивные бонусы вот тут. Это что касается, собственно, основной вкладки. Ну, заявки, здесь, понятное дело, если кто-то подает заявку на вступление, здесь будет показано все это дело. Uh, Управление. На кнопке управления показана, собственно, функция «Кто что может» просто информативная. Почитать можно при желании. А, распустить — это распуск гильдии. Кнопочка «Делегирование» — это передача полномочий главы гильдии другому ее участнику. Вот, это что касается этого. Далее. А, участники. Здесь, собственно, можно посмотреть статистику. Кто уже сегодня делал взнос в гильдию, кто не делал, суммарное количество взноса, а, время последнего пребывания. Но опять же, вот смотрите, здесь больше недели показано на Джокере, да? И вроде как он уровень его не повышается, но я все время вижу вклад сегодня у него 790. Как понимать вот эту статистику, я, честно говоря, без понятия. Вот, э, реально можно судить по ежедневным действиям, что сегодня кто-то, вот, заходил и прочее. В общем, здесь я не знаю. Такое чувство, что в некоторых аспектах, э -э, кстати, вот этого человека я изгоню, собственно, да, покажу. Увидел одного, э, не страшно его будет изгонять. Так вот, здесь я, в общем, вообще не в курсах, что к чему, как, и для чего, и почему. Статистика эта меня запутала. Главное, вижу, взноса нету. Дата хрен знает когда. Уровень маленький. Собственно, могу. Э, ой, не правой мышкой. Вот, левой нажимаете. И здесь, если вы глава гильдии, можете нажать блокировать. И тем самым изгнать человека из гильдии. Прошу учесть только. Вернее, не прошу учесть, а обращаю ваше внимание, вот на что единственное. Когда вы изгоняете неактивного игрока, все такое. Вся сумма его вклада в фонд гильдии, да, то есть то, что он делал пожертвование на развитие э, клана, э, которое показано в этой графе, это число отнимется из вашего фонда. Поэтому, если вам, например, осталось совсем немножко до следующего уровня, и вы видите неактивного игрока, то смотрите, сколько он вносил, то есть учтите, что это откатит. Причем фонд гильдии может уйти даже в минус. Собственно, именно из-за того, что уже приличные суммы здесь некоторые ребятки повносили, я их и не выгоняю. По той причине, что потом заново эти очки набирать. Вот. Тем более, что все равно всегда найдется, если что, свежий игрок уже, если вы изгоните, это да. Но все-таки обращайте внимание на это, потому что качать обратно это, эти очки достаточно-таки больно. Вот. Все зависит от того, сколько народ то, что вкидывает как-то так. Не суть. И, собственно, как изгонять, я вам показал. Далее статус. Здесь, в принципе, новостное. Кто когда чего вносил, но эту вкладку я особо не просматриваю. Следующая вкладка склад. На складе у нас что? Во-первых, коробки гильдии. Вы получаете их за участие в битве гильдии. Еще, по-моему, за какой-то ивент. Ну, в общем, они как-то копятся, я особо внимания не обращал. За что они выдаются. Главное то, что при распаковке данной коробки э, вы получаете крафтовые ресурсы, соответствующие э, текущему вашему уровню. То есть, э, они нужны для того, чтобы, в общем-то, получить ресурс для изготовления вещей, которые можно одеть на персонажей. Более эти коробочки ни для чего не нужны. Касательно того, в них сразу золотые там ресурсы или только фиолетовые или же еще что-то я внимания не обращал врать не буду просто напросто я этими сундуками особо сам не пользовался никогда почему-то у меня ресурсов в основном вот этих которые с них падали хватало а камни то чего вечно не хватает для изготовления с них не падают вот но в любом случае если например человек там апнул no level просит вас дать коробочки или вы сами хотите кого-то наградить ставите галочку ставите вот тут нажимаете указываете количество коробка появляется тут нажимаете отправить все человеку по почте игровой приходит это количество коробок тут все предельно просто а, далее идет у нас вкладка экземпляры а, но я пожалуй зайду вначале вот в следующую вкладку а, отдельные экземпляры. Почему сюда? Потому что покуда не будут пройдены отдельные экземпляры, то, собственно, и эти экземпляры нельзя будет командный открыть. В отдельных экземплярах, что мы можем получить? Здесь, в общем-то, локация и здесь э, ресурсы необходимые для эволюции персонажей, для их развития там, э, вот. Собственно, здесь вы проходите, тратите энергию, получаете ресурсики. Все просто. Когда вы проходите, например, полностью э, одну вот эту локацию в отдельных экземплярах, уже можно тогда смело ходить в, собственно, общие вот эти экземпляры. Для того, чтобы открыть общие экземпляры, глава либо офицер гильдии. Да, кстати, чтобы стать офицером, нужно просто больше всех вносить в гильдию и чисто по общему количеству взноса в итоге назначает игра офицеров. Никак иначе. И если глава гильдии не заходит в игру в течение трех суток, то автоматически на больше всего внесшего в гильдию офицера перейдут полномочия главы. Вот, кстати, как еще глава гильдии может меняться, если что. Если он не сам не передает, то просто ждете трое суток, чтобы он не входил в игру. Если же глава гильдии в игру входит, но вообще ничего никак не развивает и прочее, а вам нужен такой глава и такая гильдия. Ладно, не суть, это так, риторический вопрос. Так вот, здесь в экземплярах уже веселушка такая, значит. Фишка в чем? Для того, чтобы открыть, значит, делать это может либо глава, либо, собственно, как я уже сказал, офицеры. Опять же, нужен еще соответствующий уровень. И нужны вот эти очки действия корпуса. Эти очки, они общие на всю гильдию, опять же, получается. Их получаете вы суммарно именно всем кланам, когда идет трата энергии. А, По-моему, с каждого игрока всего максимум 300 энергии, что ли, может начислиться за день. что -то в таком ключе. Вот, а очки эти нужны, как я уже сказал, для, во-первых, открытия вот этих штук. Да, вот, например, для того, чтобы открыть следующий этап, общий, нужно аж 12,5 тысяч очков. Почему я пока что с активирую именно по новой прошлой уровне, трачу эти очки и делаю сброс? Потому что элементарно пока что нам тот этап просто не нужен, ресурсы другие нужны на развитие, в принципе тем кто играет. Поэтому вот так. Надо вообще все-таки будет почистить, кстати, за кадром гильдию, посмотреть по уровням и прочее, поразбираться. Ну, важно. Не важно это потом. Так вот, нужно это. Когда на сброс же, вот, например, на третий, нужно очков э, 1750, 10, да? И это все нужно учитывать, опять же. Сброс, собственно, по новой запускает. Что вы видите, когда заходите вот в эту штуку? Ну, например, вот то, что я сейчас сам прохожу, вот этот этап, да. Вот так. Вот такие вот а, карты. А, сразу говорю, монстр здесь. То есть вы разом не снесете его, скорее всего. Особенно когда только открыли. Вы нанесете определенный урон. Просто вот группе противников, да. На, в день на каждую вот такой вот инстанс в экземплярах у вас а, 5 атак, 5 попыток. Собственно, вы их э, производите, и за каждого монстрика вот тут разные, опять же, ресурсы для эволюции персонажей. Но, но, вы получаете не сразу эти ресурсы. Вот здесь есть такая кнопочка. Вот. А, собственно, получается предпоследняя кнопка из этих четырех, да? Вот. А, собственно, корпус наград. Здесь, в корпусе, вы уже просматриваете список ресурсов и, и а, нажав на вот эту кнопочку, встаете в очередь на данный ресурс. Собственно, подаете заявку. И если этот ресурс, естественно, есть в наличии в данном инстасе, то в определенное время. Во сколько я кстати не засекал, потому что я обычно просто ставлю, как только захожу в игру. И когда, собственно, получил ресурс. На почту вот сюда вам придет письмо с данным ресурсом. Вы его получаете и далее ставите, собственно, на нужный. Опять же, ресурс по новой. А, в день порядка, в любом случае, я вот захожу, где-то 3 или 4 ресурса с этого я получаю. Ну так, ориентировочно. Точнее не скажу, я чисто не засекал, врать не хочу, поэтому даже не говорю слово примерно. Сколько я получаю... Я сказал, но, опять же, возможно, это у меня один ресурс приходит там за прошлый день. Ночью-то я, понятное дело, не забираю. Мало ли, почта ночью приходит. Я не в курсах. В любом случае, вот такой вот момент здесь есть важный. И также, также, вы здесь еще за прохождение этапа получаете количество какой-то монеток гильдии. Я помню, что за последний этап, за босса, там что-то тысячу, по-моему, получаете, если вы убиваете. Ну и так всем приходит, по-моему, по 800 монеток, что-то в таком ключе. В свою очередь, эти монетки, э, ну я их называю монетками, может они как-то иначе называются. В общем, эти очки э, приходят сюда, начисляются. Здесь есть магазин. Значит, ежедневные скидки каждый день здесь продаются... Ну, указано время, когда он обновляется. В любом случае, здесь продаются ресурсы для эволюции. Вы покупаете их за эти очки. И также есть ежедневный магазин. Здесь чуть дороже. Но, опять же, очки эти можно тратить на приобретение ресурсов для эволюции персонажей. Также есть кнопочка обновления. Вот. В данном случае я потрачу 10 монеток, ну естественно несколько попыток, потом уже больше нужно для приобретения. Вот мне кстати вот такие мечики нужны, а, которые называются фрагмент кулака а, игрока. Вот а, такой мечик мне как раз нужен, я вот беру его и приобретаю мне их много нужно, мне их 15 штук нужно, чтобы изготовить 3 меча. То есть это опять же фрагменты, вы приобретаете вещей, из которых уже полноценный ресурс собирается для того, чтобы произвести эволюцию пресловутую, о которой я уже не один раз сказал, но о которой, наверное, потом отдельное руководство сделаю, отдельный гайдик. Кстати, вот такие штучки тоже мне достаточно часто бывают нужны. Я, пожалуй, приобрету. Собственно, на ваших глазах вот так вот. Можно немножко потратить. Ну все, пожалуй, хватит на сегодня траты вот этого дела. В общем-то, вот так это все делается. И, по сути, на этом все. То есть... Доступ к ивентам, на, к, по крайней мере, к одному ивенту, на котором вы можете купончики на халявку получить. Опять же, доступ к ресурсам для эволюции персонажей, что очень важно. Ну, общение с товарищами, если у вас народ хоть как-то там говорит друг другом. меня бывает все-таки, по крайней мере, Снупик что-нибудь в игре доспросит или, опять же... Попросит там что-нибудь выслать, ну и не только он, иногда народ еще бывает спрашивает. То есть, в принципе, это может быть и общение, это и пассивки. Короче, гильдия в игре штука все-таки нужная, штука полезная. И если вы играете уже вдруг внезапно не на прям свежем-свежем сервере, то советую вступать уже под развитую гильдию, в которой повыше уровень, потому что вот тут в игре, вот чисто у чистого Шинигами, смотрите, огромная куча гильдий, в которых всего один человек, то есть глава. В такую гильдию никто не пойдет в мелкую, элементарно, потому что там не развиты, не пооткрыты экземпляры, там, я не знаю, не поднят уровень гильдии, соответственно, пассивки не прокачать нормально. И в целом, то есть смысла в мелкую гильдию идти нету, я же говорю. Нужно именно сплочаться, нужно собираться в один могучий, активный играющий кулак, чтобы хоть чего-то в игре добиваться. Собственно, гильдия она на то и создана, что это объединение игроков, как-никак. Вот. А на этом, в общем-то, данное руководство, такой мини-гайдик я, пожалуй, завершу, потому что больше особо что тут расскажешь еще. Основное, что можно было по гильдиям, я рассказал. Так что как-то вот так. И да, если вы сами это а да 12 часов дня собственно межсерверное пвп все такое не суть в общем э, если вы кстати сами еще не начали играть в шине гейм и захотите поиграть попробовать игру то милости просим ссылочка на э, тот сайт на котором я играю на тот проект находится в описании под данным видео собственно, первой строчкой прям, скорее всего, будет. Поэтому можете проходить, играть, как бы пробуйте, вдруг вам понравится, вдруг вас затянет и все такое прочее. Лично мне данная браузерка нравится, но я, в принципе, люблю Блич, как... Аниме любил, когда оно шло, так и мангу надо будет, кстати, все-таки дочитать по-нормальному, а то концовку знаю, а огромный кусок при этом, что было перед этим, я не в курсах. Ну, нормально. Че, бывает. В общем, не суть. Uh, так что будет желание, попробуйте и... до да, чего же там таить, вы тем самым, кстати, мне чуть-чуть поможете, ссылочка, да, реферальная, но не считайте, что продался, игра мне самому нравится, собственно, поэтому и рекомендую. Если б я сам не играл, то чисто ради рекламы я бы не стал снимать никакую игру вообще смысл? <laughs> я сам не играю, а что я народ буду подставлять? Я все-таки еще не настолько наглый и не настолько продажный на ютубе. Вот, я даже рекламу, блин, другим каналам не продаю. Даже когда спрашивают элементарно по тому соображению, что «Ну, ребят, от меня к вам никто не придет. Толку, что я сделаю рекламный ролик про вас?» На ваш канал никто от меня не потопает. Одно дело, если еще на игру ссылку оставлю, мало ли кто-то поиграть захочет, а другое дело на канал. Меня самого мало смотрят. Но это так уже лирическое отступление и относящиеся гайды. Вот все. На этом все. Надеюсь, вам это хоть как-то помогло, хоть что-то разъяснило, если было непонятно. И вы поддержите меня лайком и комментарием под видео, тем самым поможете продвинуться видео и больше народу узнает, для чего нужна гильдия в этой игре. Вот, на этом все. С вами был Антон, Окей, Хулио, Дон Гонсалес, Дон Ягон, Ягон, Дон... ой. В общем, всех вам благ. <сёк> Удачи. <сёк> ну, Дон Ягон, я типа латинос, все дела, пока.